Аллея героев находится на старом кладбище по улице Дагомысской. Здесь похоронены герои Советского Союза и России, те, кто при жизни самоотверженно воевал за родную страну. В рамках мероприятий, приуроченных к Дню Героев Отечества, Управлением молодежной политики подготовлена замечательная патриотическая акция по уборке территории на Аллее Героев, где у нас похоронено 30 героев. Школьники и студенты, члены военно-патриотических клубов, расчистили могилы, убрали сухую траву и листву, помыли памятники и ограждения. А еще обрезали кустарники, чтобы они не закрывали высеченные в камне имена. Их, по мнению организаторов акции, должен знать каждый.